Всем привет! Хочу сегодня поделиться с вами мнением о своих закончившихся пустых баночках. Первое, о чем хочу рассказать, это гель от стирки фирмы Liberhaus. Покупаю я ее в Пятерочке. Ничем он от Ласки не отличается. Иногда бывает до фикс-прайса не всегда заходишь, а в Пятерочке-то по-любому ты каждый день бываем там. Тем более, это магазин в основном самый ближний, это у меня Пятерочка. Хороший, хорошо отстирывает, черный цвет не выбеливает цвет. Остается черным, такой же, какой и был до стирки. Второй порошок Миф. Покупать не буду, мне Миф не нравится, плохо он отстирывает все. Так, хозяйство, еще у нас мыло, бархатные ручки, интенсивное питание. Хорошее мыло, кожу мне не пересушивает. Есть вот мыло, которое мне пересушивает, вообще жутко. Вот от чистой линии это мыло есть, оно мне пересушивает кожу. А бархатные ручки, написано, что содержит крем. Интенсивное питание, запах очень приятный, мне нравится запах. Я слежу, чтобы запах был приятный. Если будет запах неприятный, вот в чем бы ни было, мыло, крем, если мне запах не нравится, все, я вот уже точно не буду нравиться. Не буду брать ни за что. И пользоваться тем более не буду. А если с меня попадает какой-то крем или что, или помада, мне по вкусу не нравится, я отдаю подруге. Она даже очень рада бывает иногда. Что еще? А еще от Faberlic ополаскиватель, ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Смягчает белье, облегчает процесс глажения, придает белью изысканную аромат орхидеи. Очень приятный запах. Это у Faberlic. Вот я, пожалуй, один беру вот этот вот. Только того, именно этот вот. Что еще? Шампунь снова от Faberlic. Черный шампунь. Black Detox. Шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы. Я этим кремом мою, когда он очень хорошо маски масляные смывает. Вот я раз в две недели обязательно делаю маски масляные. Кокосовое масло у меня, масло Бэй есть. Вот очень хорошо смывает масляные маски после. Ну, после масляных масок смывает волосы, хорошо отмывает. Не остается масла. Следующее что? А следующее это уже для лица. Термальная вода от Виши. Я летом постоянно пользуюсь термальными водами. Вот у меня Виши закончилась. Сейчас я приобрела на это лето La Roche-Posay. Ну, посмотрим. Вот Виши понравилось. Следующее что? А следующее, это у нас сухой шампунь для волос. Коллаб. Я как-то снимала видео про уход за волосами. Вот там я рассказывала, как раз я его и не могла вспомнить. Вот Коллаб. Никогда больше я не куплю сухой шампунь фирмы Коллаб. Никогда. Он мне вообще волосы, вообще ничего на моих волосах, он ничего не делал. Я уже пришла к такому результату, что только единственный, который я буду покупать, не буду покупать, это вот он. Никогда Коллаб больше не куплю. Следующее, что я хотела показать. Следующее, я хочу показать лак. Это лак из Fix Price. У него уже срок годности закончился. Я лаком пользуюсь так редко, что думаю, не нужен мне лак вообще. У него уже срок годности закончился. Даже покупать не буду. Вообще иметь в виду лаки покупать не буду. Что еще закончился? Это дезодорант для ног. Это уж я, знаете, года два это выходил, вот эту марку. Долго он у меня чему-то стоял. Я его как-то внимание на него не обращала. Вот стоял до тех пор, когда срок годности закончился. А хоть это для ног, я не буду пользоваться этим продуктом, которым срок годности закончился. Следующее, что закончилось, это вот Кора. Маска Себо Баланс с пребиотиками. Для жирной, проблемной и комбинированной кожи.
Очень хорошая маска. Она вот убирает у меня жирный блеск, вот она все это убирает. Обязательно вот куплю. Как закончится у меня сейчас, которой я пользуюсь, обязательно вот повторю Кора. Вот эту маску, все баланс. Очень хорошо она как бы влияет на мою кожу. У меня кожа склонная к высыпаниям. Вот благодаря этой маске у меня меньше высыпаний. Советую. А что еще закончилось? А еще закончилось гель. Пропеллер. Да, представьте себе, взрослая тетенька, 40 с таким большим-большим хвостом, пользуется вот таким гелем. Я сама в шоке, что мне приходится с такими средствами в моем возрасте пользоваться. С антиугревым комплексом для правильного умывания без мыла. Сейчас купила чистой линии гель тоже для проблемной кожи. Мягкий гель для умывания. Ну, советую к покупке. Так, следующее, это мне закончилось. Термозащита, лосьон, спрей для волос. Защита волос во время укладки. Вот. Тоже закончилась срок годности. Я очень редко пользуюсь укладочным средством. Я стараюсь свои волосы сушить естественным путем. Это только в редких случаях я могу феном. Это когда я хожу на стрижку парикмахерскую. А сама дом я волосы так сужу и укладываю их. Но они у меня сами укладываются так, как мне нужно. Так, еще закончилась у меня вот эта сыворотка. Изгин. Она такая, я ее ночная, это у меня ночная сыворотка. Она как была, как... Тюбики, как кольчик. Очень мне сыворотка понравилась. Она на ночь особенно хороша. Она, знаете, такая масляная, с мелатонином. Обязательно покуплю полноразмерную версию. Я это покупала на фармкосметике. Обязательно нужно быть. Обязательно повторю ее. Также у меня закончилась крем увлажняющий от Кинзо. Я его, видите, как попользовалась. Это пробничек был. Он отрезал очень моей коже. Он понравился. Кожа пусть с него, знаете, такая... увлажненная, мягкая, нежная. Очень приятно было, как вот, ну, были случаи, когда кожа прикасаешься. Мне, я специально даже делала, потому что нравилось, вот какая кожа становилась после вот использования вот этого крема. Ну и завершающие такие у меня здесь. Это маска от Корос пробничек. Волочок остался и еще тональный крем. Вот этот крем, что-то моей коже вообще не понравилось. Я им намазала лицо, у меня тут же все покраснело, я тут же смазала. Вот есть с коричневой, вот он мне подходит идеально. А вот с красной, это с розой, я покупать не буду. И закончился вот этот пробничек, это новый тональный крем от Guerlain. У меня цвет 03N Natural, SPF 20. Вот сейчас я выбираю, либо я куплю Guerlain, либо Dior на лето. Ой, так мне понравился крем. Вот, знаете, вот все-таки, когда пользуешься люксовыми кремами, тональными, вот нет, все равно другое, кожа совершенно по-другому выглядит, совершенно по-другому. Я теперь поняла, что лучше я буду покупать, а лучше подкопить денег и купить хороший, дорогой, люксовый тональный крем. И закончилась вот такая жидкость от Yves Rocher. Это у меня верхнее покрытие с глянцевым эффектом. Хорошее, очень хорошее покрытие. У меня немного каплик уже, все уже, ничего там не осталось. Если бы у меня не было бы куча всего остального другого, то, что у меня есть для этого, я бы обязательно это повторила. А так, знаете, вот от Ева Мозаик. Я вот сейчас тоже определилась, что буду брать только от Ева Мозаик. Тем более, это у меня в шаговой доступности. Рив Гош у меня рядом. Пошел, купил. Закончилось, пошел, купил. Это заказывайте, то ли. Надо сказать, и фраше от нас магазинчик далековато находится. Ну вот это все, чем я хотела с вами делиться. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всем всего хорошего. До свидания.